логистика – ключевой фактор успеха в современном мире, считает губернатор Тюменской области. Умение оптимальным образом организовать поставку товаров и услуг от производителя до потребителя в нашей стране исторически слабое место. Однако Тюмень всегда была логистическим хабом со времен освоения Сибири, и у региона есть все шансы вернуть себе это звание. Уже сегодня создано 3 логистических центра. Это хорошо, и для их создания была проделана огромная работа, но этого совершенно недостаточно. Я прошу всех и от всех требую впредь рассматривать логистику как одно из приоритетных направлений развития тюменской экономики.